Игра началась. Смотрим. Перед нами состав хозяев. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Окорит! Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Ну что же, молодец игрок, что не стал перекладывать себе мяч под рабочую ногу. Как было удобно, как ситуация требовала, быстро так и ударил. И это гол, и уже без разницы, какая там была нога, рабочая или не рабочая.